Городу металлургов 67. Свой день рождения темиртауцы, как и прежде, отмечают с особым размахом. Карнавальное шествие, выступление известных артистов, яркое светоогненное шоу. Такой подарок жителям города-именинника преподнесли местные власти. На празднике побывала и наша съемочная группа. Сегодня для темиртауцев особый день. Они празднуют 67-летие родного города. И как мы видим, поздравить родной Темиртау собрались почти все жители. Мы отмечаем День города. У нас у всех отличное настроение. Хочу поздравить всех темиртауцев с праздником. Пожелать всем отличного настроения. Наряду с горожанами свои поздравления выразил и глава области. Он отметил, что День города Темиртау для всех жителей региона имеет особое значение, так как именно в городе Металлургов началась трудовая и политическая биография главы государства. Приход Нурсултана Абишевича Назарбаева на казахстанскую магнитку, годы работы на металлургическом комбинате стали важнейшим периодом не только в развитии этого предприятия Карагандинской области, но и всего Казахстана. По праву город называют казахстанской магниткой. Именно здесь был возведен первенец черной металлургии Казахстана – Карагандинский металлургический комбинат. Считается, что город Темиртау своим названием обязан именно ему. Еще в далеком 45-м году поселок Самаркандский получил новый статус и новое имя, став городом металлургов Темиртау, что в переводе с казахского языка означает «железная гора». Вы знаете, наш город Темиртау очень особенный. Вы, наверное, догадались, что город Темиртау – это город людей, которых закалила наша казахстанская магнитка, наш комбинат. Здесь люди живут с особым характером. И мы как умеем работать, так и празднуем. Празднование продолжилось концертной программой, которую представили творческие коллективы города. Больше всего зрители ждали выступления своего знаменитого земляка Романа Ким. Удивительным светоогненным шоу поразил темиртауцев коллектив из Алматы Dream Lights. Праздник завершился ярким фейерверком. Нурила Туржан, Тулеген Рашитов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.